Весело и задорно приступил к государственному перевороту наш великий кормчий товарищ Путин. В своем послании Федеральному собранию кормилец решил переписать Конституцию, создав новый орган – Госсовет. И закипела работа. Чиновники всех уровней, включая еще вчерашних членов правительства, забулькали в госучреждениях, забегали по коридорам, роняя тапки и рвя от усердия штаны и пинджаки. Мало кто понимает, чем все это закончится, но действовать надо срочно и оперативно. Уже признан великим гением товарищ Мишустин, предложенный президентом на пост премьер-министра. А скольких доселе неизвестных талантов еще предстоит отыскать и признать. Как не подивиться кадровому гению товарища Путина, способному из кучи разномастного помета отыскать поистине драгоценных самовыродков и предложить им самые ответственные посты. Бодро и увлекательно проходит процесс государственного переворота. К лету должны завершить. И Пиночет обзавидуется, и Сталин подавится трубкой, и Чаушеску заплачет от восторга. 415-я база, ответьте. Альфа, Альфа, я на месте и в тесте. Прием. Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа были подняты по тревоге. Там стартовали первые за три года масштабные учения. В учениях приняли участие более 4500 военнослужащих и 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Военнослужащим предстояло выполнить нормативы по практической погрузке техники на эшелоны. В течение 8 часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, гаубичными самоходными артиллерийскими установками и бронетранспортерами БТР-80. И похрен, что за это время в условиях реальной войны уже налетели бы пиндосские дроны и покрошили бы всех учащихся. Главное, поставленная задача выполнена, с помощью Кузькиной матери все погружено, и теперь можно разгружать. Тяжело в учении, капец в сражении. Мысль о грядущих битвах с НАТО зудит и чешется под каждой фуражкой. И мы ее начешем обязательно. На месте. Стой. Орудия к бою. Огонь. У природы нет плохой погоды, но есть откровенно поганая. Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Об этом заявил депутат Государственной Думы товарищ Алексей Журавлев. «Я не исключаю такую возможность», — сказал он. «Сегодня Америка в передовых технологиях использует все, что только можно». Действительно, коварный враг использует руки, ноги, голову и даже мозги внутри черепа, которые у нас принято размазывать по стенам, ибо ты что тут, самый умный, выискался? Если вечная мерзлота сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема, это знают американцы, и они испытывают это оружие, с тревогой в черепе резюмировал товарищ Журавлев. Дело даже не в ежегодно горящей сибирской тайге. Пусть горит. Главное, чтобы от нашего скрепного дыма у пиндосов в горле запершило. И пусть плывет мерзлота. Ее все равно победит наша государственная мерзота.
Представитель российского МИДа Мария Захарова удивилась нежеланию Варшавы отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецкой оккупации, которая закончилась с приходом в январе 1945 года советских войск. Более того, депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отметить день взятия Москвы и Кремля в 1610 году. По словам депутата, праздник мог бы длиться 10 дней. «Я серьезно, 10 дней мы могли бы отпраздновать», — написал депутат и издевательски добавил, что при праздновании в Литве могли бы выразить свое разочарование тем, что Россия не желает вместе отмечать эту важную дату. Деды воевали, депутаты Сейма издевались. «Но ничего, мы еще кого-нибудь освободим, так что всем захорошеет от пороха нашей свободы. Дайте только срок, и мы начешем, намашем и что-нибудь запустим. А там и до освобождения одним Искандером подать». Мы должны усилить свою поддержку Владимира Владимировича Путина минимум в 3 раза. И кроме того, перенести наши активные действия с территории Краснодара и Краснодарского края на территорию нашей столицы, город Москву. Ура! Жительница Ульяновска считает необходимым уволить учительницу, которую школьники увидели в отделе нижнего белья торгового центра. Женщина в соцсети заявила, что во время прогулки по торговому центру, по словам ее дочери девятиклассницы, дети увидели свою учительницу в магазине женского белья. «Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики? Хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают», — возмутилась женщина и потребовала немедленно уволить училку, заявив, что таким не место в школе. Программа «Скрепа Панорама» всецело разделяет эту непримиримую позицию и призывает учителей прекратить покупать трусы и лифчики, прокладки и туалетную бумагу. Все эти покупки несовместимы с высоким званием учителя, ведь рядом с вами дети. Как вы будете смотреть в их светлые глаза, когда еще вчера этими самыми глазами выбирали бездуховные стринги? Нельзя правым глазом коситься в сторону нижнего белья, а левым шарить по страницам учебников. Либо белье, либо школа.